В поселке Краснооктябрьского Майкопского района прошел чемпионат по тайскому боксу среди спортсменов в возрасте до 17 лет. Впервые этот турнир был посвящен памяти героя России Артема Гармаша. Более подробно в материале Вадима Агаркова. Сотрудник ОМОНа МВД по Адыгее, прапорщик полиции Артем Гармаш погиб при исполнении служебного долга во время командировки в Дагестан. Ценой своей жизни он спас товарищей и помог уничтожить преступников. Посмертно ему присвоено звание Героя России. С инициативой проведения турнира по тайскому боксу среди юношей памяти Артема Гармаша выступила Федерация тайского бокса в Адыгее. Ее поддержали в республиканской МВД и сотрудники ОМОНа, а также Адыгейского республиканского спортивного общества «Динамо». Мы отдаем дань памяти нашему коллеге. В наших сердцах он останется таким же веселым и отзывчивым человеком. Вам, ребята, хочу пожелать действительно силы духа, воли, характера быть и равняться на таких людей, как Артем. Этот турнир способствует не только приобщению молодежи к занятиям физической культурой, но и патриотическому воспитанию юных спортсменов. Соревнования проводились в 8 весовых категориях.